23 по 25 июня 2016 года проходила очередная конференция Российского общества ренологов. Местом проведения мероприятия на сей раз был выбран город-музей Суздаль, известный своей уникальной архитектурой и древней историей. Встреча ведущих специалистов из России и США прошла в Центральном туристическом комплексе, расположенном на берегу реки Каменка. На конференции под председательством президента Российского общества ренологов, научного руководителя по отоларингологии поликлиники номер 1, управления делами президента Российской Федерации профессора Андрея Лопатина, прошло обсуждение главных тем современной ренологии, последних новостей, инноваций фармакотерапии, а также хирургии болезней верхних дыхательных путей. Рассматривались вопросы эндоскопической ринохирургии, консервативных методов лечения в ринологии, ринопластики, а также смежные вопросы ринологии и челюстно-лицевой хирургии, сложные случаи в практике отоларинголога, патологии слезоотводящих путей и многое другое. Большой интерес вызвали секции, посвященные аллергическому риниту и риносинуситу. Как учебное мероприятие, конференция Российского общества ринологов прошла в рамках непрерывного медицинского и фармацевтического образования. Слушатели получили свидетельство об участии в образовательном мероприятии. Конференции Российского общества ринологов проходят регулярно в конце июня уже более 20 лет. Первая конференция состоялась в 1993 году в Подмосковье. За это время обществом было проведено около 10 конгрессов в разных городах России, множество конференций, курсов, мастер-классов. Последний мастер-класс, пятый по счету российский, с международным участием, прошел в середине мая и назывался «Современная функциональная ринохирургия».